Полсотни фотографий, с которых глядят счастливые юные лица. Выпускные вечера, время мечтаний, волнений и взросления. 65 лет назад школу номер один, тогда она называлась 732-я школа города Москвы, окончил Александр Николаев. Быстро нашел фото класса на стенде, и хотя многих уже нет в живых, Александру Григорьевичу 83, одноклассников своих помнят по именам. Борис Милованов, Володя Зубков, Маслов Коля, Потапов Володя, Комаров, Федотов. Люба Самарцева. Вот она на фотографии выпускного класса в 1968 году. Сейчас Любовь Александровна. Говорит, побольше бы фотографий именно советских лет. Через черно-белые снимки можно читать историю видного. А для нашей героини это добрая память о юности. Очень хорошие воспоминания и о преподавателях, и об учениках. Чудесные. На трех стендах фотографии цветные, охватывающие период начала 21 века. Их автор Владимир Меньшов, местный краевед. По фотографиям этого периода можно отследить и моду выпускников, и другие интересные моменты. Каждый год отличался друг от друга. И самое главное, то он отличался и по выпускникам. Они были скромнее одеты, были как-то сдержаны. И уже последние годы, когда они шиковали, дамы такие. Понимаете, это одна деталь. Вторая деталь, что на каждый выпускной, этот, ну, может быть, вечер, который организовывался на площади, был свой сценарий и была своя изюминка. О традиции чествовать выпускников, рожденные больше 40 лет назад, вспомнил советник главы Ленинского округа Моисей Шамаилов, отметив, что задачей этих вечеров было познакомить ребят разных школ муниципалитета и показать, как много ежегодно отправляются во взрослую жизнь юных видновчан. Я сегодня по некоторым городам, по некоторым соцсетям вижу, как кто-то говорит, мы первые начали. Ну, начали мы первые. На самом деле ни в одном городе в 80-м году, в 80-м конце этого не было. Традиционно в сквере «Юность» историко-культурный центр организовывает свои уникальные фотовыставки. Не повторяется такое никогда. Стала первой в своем роде, но теперь уже в будущем точно не единственной. Подобных исторических кадров в запасниках центра много. А у коренных видновчан наверняка есть в альбомах фотографии их выпускных классов. Увидев этот сюжет, они непременно захотят на них взглянуть и вспомнить свою юность. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.